Крым вернется без боя. Мы с вами являемся свидетелями конца Российской империи. Такое мнение недавно высказал экс-вице-премьер Автономной Республики Андрей Сенченко. По его словам, этому будет способствовать колоссальное давление, оказываемое на страну агрессора по разным направлениям. Они уйдут из Крыма. В какой-то момент времени и внутри России, и внутри Крыма начнутся процессы, когда российская армия начнет массово складывать оружие. У меня нет иллюзий, что там кто-то прозреет. Но желудочно-кишечные рефлексы в конце концов приведут к волне недовольства. Голодный бунт в России – достаточно страшное явление. Экономические санкции, мощное сопротивление украинской армии и массовое недовольство обычных россиян из-за ухудшения условий жизни – то, что вынудит Россию сломаться раньше. Жизнь превратится в выживание. Задача номер один – продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами, поднимать вопросы по наращиванию санкций против Российской Федерации. Паника в Крыму уже началась. За данными Главного управления разведки Минобороны, Путин хочет заблокировать выезд россиян с оккупированного Крыма. Русские, когда получают жесткий отпор, дают откат назад. Формальная причина – борьба с украинскими диверсантами и предотвращение возможных террористических атак. Однако в разведке говорят, что таким образом российские власти хотят отреагировать на панические настроения среди граждан РФ. Он их будет держать в Крыму для того, чтобы, независимо ни от чего, для того, чтобы демонстрировать сохранение придуманного им российского статуса Крыма. Ведь последние недели после российского вторжения в Украину наметилась тенденция к оттоку российских граждан из Крыма, в частности, членов семи российских офицеров, правоохранителей и представителей оккупационной администрации Севастополя. Уезжают, зная о поражении. Они продают недвижимость, меняют регистрацию места жительства и выводят с полуострова бизнес и активы, отметили в разведке. Первыми очень тихо начали продавать свои квартиры ФСБшники, прокуроры и прочая подобная публика, которая достаточно хорошо информирована. Сенченко не исключил также возможность изоляции или устранения от власти президента страны-агрессора. Крым – это Украина, и Путину рано или поздно придется смириться с этим. Или они отдадут Крым, или они, условно говоря, останутся без штанов.